Здорово, ребята, с вами Дорн, канал Hammer of Fun. Вот, настал день репорта. Я начал, как и обещал, новый Crusade за Тал, за свой DB-сет, который покрашен в соответствующие расцветки. Это некие ребята из Баркана, киберспортсмены из Баркана, если хотите, которые, собственно, были как, так сказать, экспериментально отправлены на завоевание южных окраин Империума. Ну, что из этого вышло, вы сегодня узнаете. Первым моим противником, как оказалось, будет Дезвотч. Нарви захотел вывести Дезвотч. Собственно, как это вообще все получилось? Мы вторглись в некую южную границу, Southboard, так называется, система. И там мы обнаружили, собственно, такой сектор, где присутствуют агрессивные диктаторские настроения, то есть местные люди своих сородичей угнетают, уничтожают. Ну, собственно, типичный империум происходит в этом секторе. Мы решили, что нет, это все неправильно, надо строить коммунизм, надо строить высшее благо, надо нести мир и процветание. Создали мы такую планетку под базирование флота, ну, по сути, искусственную планету Хинтай-Арк, где мы расположили все наши прибывающие резервы и начали смотреть, собственно, из чего состоит сектор. В нем 5 планеток, и горнодобывающие миры были, и исследовательские, но мы решили, что Анах-1 является хорошей целью для удара, поскольку там находится база Astra Militarum. И именно поэтому мы ударили со всем искусством Монка по этой базе. Мы раскреначили тут же весь Astra Militarum. Эфирный пошел отмечать подвиги победы, начал там уже раздавать награды, и тут появляется Дезвотч. Ну, казалось бы, я сначала подумал, что там такого страшного, там какой-то отряд пехоты, дредноут и вотчмастер. Ну что такого? 2 костюма, пацаны, эфирные, там, кейдер. Они запросто это все вычистят, думаю я. А потом меня ждало множество сюрпризов, начиная еще с подготовки к первому ходу. Ну, собственно, что из этого вышло, смотрите сами. Здорово, ребята, с вами Дорн, и мы на Анахе 1. Здесь у нас сегодня произойдет небольшая битва, а именно Септ Дива против отряда Возмездия, правильно? Истребительной группы Возмездия на руинах несчастной базы Astra Militarum, которую мы атаковали, чтобы присоединить систему к высшему благу с минимальными потерями. Давайте же начнем. Сегодня мы будем играть миссию Assassination. Дезвотч решил, что атака на базу Astra Militarum идеальная возможность выманить нашего эфирного, который стоит здесь. Он будет пытаться обороняться. Куцо Оро прилетел на эту планету, чтобы привести ее к согласию и оценить военные успехи воинов Септа. У нас здесь небольшая истребительная группа, которая прибыла сюда в целях разведки, но обнаружила здесь уже разрушенную базу Astra Militarum. Опоздали немножко парни. Ну, разведывать уже особо нечего, а эфирный появился здесь, поэтому наша задача хотя бы
обезглавить войско противника. Что же у нас по замыслам? Наши синемордые ребята в этот раз будут показывать, как надо воевать, учить Дезвотч делать свою работу. Поэтому мы преподадим им урок Монтка. Попытаемся настрелять этих человечков в первом ходу. Пытаемся сделать ассасинейт. Это полностью вкладывается в нашу задумку лишить командования эту армию. Так, давайте же узнаем, кто начнет эту битву. Три. Один. Дезвотч начинает. У нас есть шанс. Дезвотч по чуть-чуть продвигается к нам. Собрались в одну большую, маленькую, но могучую кучку. Этот джентльмен стреляет. Ласка летит в эфирного. Штормболтер летит туда же, видимо. Да. Давай. Попробуем с ласки, может это все закончится. Попал. Попал. Ну давай, я верю в тебя, что 2 плюс сможешь взять. Один даже смог. Перерол единички. Кидай урон. Первый. Второй. 7 урона. 7 урона. Ну, собственно, спасибо за игру. Здорово, ребята, с вами Доран, и мы на Анахию 1. Здесь у нас сегодня произойдет небольшая битва. Дезвуч прошелся, собрался в кучку, сейчас будет стрелять. Да, и реролы по харизме. Дредноут стреляет с болтеров пацанов, с ласки и нашего большого парня. Попробуем с болтера сначала. Давай. Все попали? По третьей топни. С... Без рывала. С 2 попало. 2 сейва, вообще запросто. Ну, почти. Ласка, бродсайда. Рерол. Давай завезу. Или его не... А. Хорошо, пробить. Троечки. Один раз пробил. Угу. Сейв за бродсайда. Пятый. Вотчмастер со своего копья стреляет по нашим пацанам. Он заявляет стрельбу, которая плюс один дамаг дает. Пусть они умрут несколько раз. Один раз. Два выстрела. Торопит файл. Попал. Четвертой силы. Один пробил. Да. АП? Минус один. Да вообще запросто, смотри. Пятый сейф. Я же говорю запросто. Итак, эти джентльмены... 4 фрагпушки летят в нашего бродсайда. Сталкерка летит в пацанов, да? Нет, тоже в бродсайде. Тоже в зябу? Да. Давай в зябу. И флеймер, получается, флеймер жарит наших несчастных бричеров. Давай, ну, давай с флеймера начнем. Давай. Итак, флеймер. О! Ни хрена себе. Ну, давай, жарь. Видимо, не рассчитывал на это, да? 6 кубов у тебя не было. Саламандрик? Не было, не было. Давай. Шестая сила. На 2 плюс. С реро... А, без реро. Без реро. Да. 5 пацанов, да? АП? Минус 1. АП минус 1, то есть 5 пятых, хочешь сказать, да? Угу. Замечательно, да? Они сейчас еще и на ледоке разбегутся, я чувствую. Скорее всего, видимо, разбегутся. Четверо слегло. Один выстрел. Сталкерка, давай. Попасть? Не попал. Прижал за вотчмастера. Ничего хуже. Да. И давай фраг Кэнона. По 2 нарыло. Угу. Я тебе даже подам 2 кубика. Да, пожалуйста. Очень мило с вашей стороны. Попадаем.
Там еще рерол один. Да. Два дают. Замечательные кубики, которые двойка фактически не отличается от пятерки. Попали. Теперь осталось пробить на троечке. Угу, все. И это без двух. Итого пять. Значит, пять с минус вторым. А, получается, второй минус два – это четвертый. Четвертый плюс ковер – это третий. Итого мы отсейвили всего лишь два. По два дома. Частный тучонок остался в Блубергах. Благо, хотя бы Инди Грудит. Наши черные пацаны решили чаржить Бричеров. Ну, давай. Ну, вместе с мужиком, с мечом. Давай, давай. Дредноут чаржит. Восемь на дыма. Не до чарджа. Не до чарджа. Кэп. Кэп. Не до чарджа. Пацаны. До чарджа. Пацаны ровно. Чаржили. Пацаны добежали, сейчас будем драться. Фистом бьют тау. Три атаки. На четыре плюс. Одна попала. А, нет, одна попала. Серебро. Еще один резал. Да, так что. Три попали. На два плюс. Мы все. Не пробил того в этот раз. На два плюс два пробил. С минус третьим АП. Двух тусят, ты убил, давай дальше. Мечики. Сначала в кейдера бьют. Два пацана, так в сумме. Хитуют на сколько? На три плюс. Все попали? Угу, пробивают, так же, троечки. Пять там, минус кейдер. Невидимая жестокость. Тут 10 атак силовыми мечами по трем бричерам. Ну давай. Еще двоечек. Не знаю зачем, но мало ли. Второй раз не вижу. Да, я откладываю. Пожалуйста. Да, они пять раз мертвые. Вот такой веселый первый ход у Дезвотча. То есть почти умерший Бродсайд, умершие Бричеры, умерший Кейдер. Мы два батлсюта от всего происходящего. Сейчас будем что-то пытаться сделать. Конец нашему фазы. Собственно, Густкилл чуть-чуть подпрыгнул ближе и фирмы там забился в угол. Сейчас будем пытаться пострелять, размягчить как-то этих пацанов. Как мы баркан, я трачу 2 кп, заявляю отмену инвуля дредноуту. Хреначу по нему с рельсы и с ракеты. Два попадания на 4 плюс. Оба попали. Сразу ФНП от морталочки. ФНП от морталочки. Два сейва. Один откинул. Один откинул. Значит, тебе... 3 плюс 3 урона, 6. 6 ФНП. Ты можешь откидать? Круто. Один откинул, 5 держал. И одноразовую нашу ракету не запульнял. Также 4 плюс. Не запульнял. Рерол за КП. Теперь с Бродсайда оставшиеся смс-ки шлем в отряд Дезвотча. 8 ракет на 4 плюс. Раз попали, 3 попали, 3 попали. А пробиваем 5 силой на 4, ой, на троечку. Соответственно, 2 пробило. А минус 1 АП, но армор в контент, так что родной 3. Терминатор хочу. Да, второй кто-то. Госткилл стреляет с циклик Иона Рекера по дредноуту, с бёрст по отряду Дезвотча. Циклик по греем, 8 выстрелов,
На 4 плюс, на КВ получаем мортал. И, благо, всего лишь один кол. И осталось понять, сколько попаданий. Попаданий у нас получается 3. Паем 3 выстрела на 3 плюс, 8 по 7. 2 пробила, 2 с минус 3, но тебе с минус 2. И на пятых. И с одного получается твоя резкая 2 дамага. Он под меня остается. 12 выстрелов с бюрсты по пацанам с дозводчиком. Так, раз попали, 2 попали, 3 попали, 5 попали. Все на этом. 5 попали, соответственно, 5-я сила. Это на троечке. Итого 3 пробило. 3 без АП, 3 родных слива. Третьих. Или второй. Терминатор, попробуй этот откидаться. Да. Собственно, вот такие итоги нашего первого хода. То есть потери дезводчика как таковые отсутствуют. У Тау, соответственно, потерялось немножечко Бричера. Потерялся наш Кейдер. И еле дышащий Бродсайд. Сейчас будем продолжать. Вот такой вот первый ход. Он мне очень понравился. Очень хороший первый ход, качественный. Улетели парни, улетел Кейдер. Бродсайд остался без ног. Очень здорово, весело. Мы, в свою очередь, даже дредноута не дожали несчастного. Пацаны дозводческие вообще не тронуты. Watchmaster Фоловы тоже бегает. В общем, замечательный первый ход. ДЗ очень немножко продвинулся, немножко прополз дредноут, Watchmaster побежал вперед. Ребята вообще в руинку забежали. Дредноутик, ласка летит в густкил, штурмолтер летит в бродсайдика. Давай. Ласка. Да, и на нем рерол тухит от Watchmaster. Пятерочки попал. И на 3 плюс пробить. Оба там. Оба там. Быстро. Сейва нет, дымак. 6-5. Наши пятые ФНП за флеер лаунчеры. Нет, нет. 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 1-2. О, 3. И мы остались ровно в 3. Штормболтер летит в Бродсайда. Что там? И один там. Да. 1-3+. Точнее, 2+. Это же не он. Вот этот сударь стреляет по Бродсайду режимом каким-то там, который... Который добавляет АП 1. Давай. Попал? Видимо, он попал. Сила. 4. Один раз пробил. Да. Сейф. Минус 2 АП. Минус 2 АП, ковер есть, да? Да. 4. Это не он. 2 там. Замечательно. Вот эти дозводчицы стреляют по несчастному эфирному. Кидай количество выстрелов. Господи, какое движение несчастного парня. 2-4. Мне кажется, мы можем его просто убрать. 10. Я приму это. 11. 13 он выстрелов. Мертв, даже если ты попадешь хотя бы тремя. Дезвоч хочет довести все до конца. Давай. Сколько там? 13? Да. Давай. Без реловов? Без. Давайте так сделаем. Вон двоечка еще. Двоечка. Теперь пробить. Третью тафну, ты справишься? Ну, я думаю, что с 6-й силой, да, на двоечку.
Они все справились. 5. Какое совпадение? У него 4 жизни. Ты даже одну лишнюю унесла. Я охренел, но от минус первого АП эфирный еще кидает сейф, оказывается. У него 5 родной, значит, 5 шестых сейвов. Но ничего, так что он мертв. Вот этот джентльмен хочет постукать густкилла. Думаю, его надо почаржить. Но я думаю, всякое разное, ну, 3 дюйма, я думаю, тут есть. Стукай. Минус ты хит не забыл. Я все хочу зачаржить. А, у тебя и так минус ты хит. Давай. Давай, вучмастер. Вучмастер. 6. 6 есть, я думаю. Да есть тут 6. Да. Ну тут 7 где-то. Перебрось. Давай, 7. Давай замерю сразу. Да, семерочка. Ребятки. Давай. 9. Они добегают. Всякое разное добегают. Ну, я думаю, ты вот тут тупо ведром атак забьешь. Ну, давай посмотрим. Дредноутик свои 5 атак делает. На троечке. 4 раза даже попадает. И теперь тебе надо сделать невозможное, тебе надо пробить на 2 плюс. Да, 3 раза. 3 раза ты пробила. С минус третьим. С минус третьим. 3 дамага. Смотрите, ребят. Мега крутая игра. 3 удара по 3 дамага, у меня 3 хп и у меня 3 спас броска шестых. Ага. Но это было близко, согласитесь. Даже вообще не близко, ну да ладно. Может, мы взорвемся? Нет, конечно же. Вот и зачистка планеты от Ксеносов. Наконец игры, вот отличившись, эти двое вообще ничего не получили, поскольку они мне единичку кинули, я решил, что обойдутся они без единички экспириенса. Что касается тут, бросает 1 XP, их видно 1 XP, вот этим честным ребятам я решил дать сверху отметку, то есть они 4 XP получают. Как-то так. Давайте посмотрим, что у Дезвотча. И тут у нас прокачка Дезвотча. Дредноут получил, получается, 4 XP. Магистр 1. Пацаны аж 5 нарубили, да? Угу. Магистр получил также за миссию трейд бонусно. Какой трейд ты ему дала? Как подсказывает опыт. Как подсказывает опыт. Это, короче, он кому-то в команд-фазу говорит, что у него есть аура, и тот может куда-то бежать, у него эта аура остается. Как-то так. Вот такие вот ребята теперь чуть подкачались к лету. Вот такой вот репорт, друзья. Наш септ немножко завяз в этом секторе. Мы вынуждены были пойти в отрицательное наступление. Поэтому мы будем заниматься, пожалуй, производством новых костюмов, наращиванием наших профессиональных асов. И попытаемся вновь ударить по какой-нибудь другой планете, потому что, мне кажется, Дезвотч теперь будет сидеть на этом мире так, что просто залезать туда страшно, я не знаю. Но мы как-нибудь попытаемся обойти его, там, в горный мир завоевать, или, может быть, там, какой-нибудь исследовательский мир. Пусть они там сидят на этой обломках этой базы Астрогалитар. В общем, как-то так. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А мы с Нарви снимем еще что-нибудь для вас интересного. Ну и спасибо всем тем, кто остается с нашим каналом все это время. Хотелось бы пожелать вам счастья в новом году, успехов. И да пребудет с вами фан. Ну и наш канал. Пока-пока.